Президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. В Ульяновской области активисты общественных организаций и молодежные лидеры слушали послание президента в исполкоме партии «Единая Россия». В фокусе главы государства остаются бойцы и семьи военнослужащих. Дополнительной поддержкой для регионов станет новый государственный фонд, который будет заниматься помощью семьям погибших героев и ветеранам СВО. А были сделаны акценты, что именно Запад развязал эту войну, и победа, безусловно, будет за нами. Владимир Владимирович отдельным блоком анонсировал очень серьезные социальные гарантии различным категориям граждан. И это тоже дорогого стоит, потому что качество жизни населения, оно крайне важно. Очень важно то, что было обращение к бизнесу, различному бизнесу. И тот, который сегодня фактически еще думает и во многом работает, значит, на площадках Запада, с посылом, чтобы они вернулись и работали внутри Родины. Глава государства дал четкие ориентиры по дальнейшему развитию экономики и социальной сферы. Будут реализованы новые программы поддержки. Владимир Путин затронул много тем, включая промышленность, сельское хозяйство, предпринимательство, ЖКХ, поддержку семей, здравоохранение и образование. В сегодняшний момент происходит консолидация всех западных сил Америки. Ведется гибридная война. Война идет добра со злом. Они думали, что мы за год, как страна, перестанем существовать. А мы не только, мы еще усилили экономику, мы усилили нашу промышленность. И мы устояли в связи с таким большим давлением всех западных сил. Отдельно президент коснулся вопросов ядерной безопасности и развития России в этом направлении. Инициативы главы государства всецело поддерживают представители военной сферы страны. Ну, я думаю, что для всех моряков, которые сейчас по всей Ульяновской области, как и вся страна, наверное, смотрели обращение президента, радостно одно, так как мы все военные, служили на ракетных подводных крейсерах стратегического назначения, что ядерный вопрос он у нас решается с пользой для России. Мы не выходим с договора о ядерном приоритете, мы его приостанавливаем, оставляем за собой право дальше развивать ядерное оружие. Президент в своей речи высказал слова благодарности волонтерам и активистам различных общественных организаций. И здесь хочется отметить то, что вот даже наши ульяновские ребята, активисты молодой гвардии, также принимали участие в качестве волонтеров, оказывали помощь на Донбассе, на освобожденных территориях жителям. И депутат городской думы от фракции «Единой России» также отправился добровольцем в зону СВО и, так скажем, приложил все свои усилия для того, чтобы укрепить нашу силу вооруженную и приблизить своими силами. Большое внимание президент России уделил развитию всех субъектов страны, включая новые регионы. Ульяновская область всецело поддерживает президента. Мы помогали и дальше будем помогать с восстановлением жизненно важных объектов в Мариуполе и подшефном Лутугинском районе ЛНР. Для регионов озвученные президентом инициативы – мощный инструмент для дальнейшего развития. Валентина Никонова, Даниил Сурков, Улправда ТВ.